Значит, я люблю путешествовать. Давай, серьезно, поехали. Ой, ты серьезно. Я обожаю путешествовать, объездила полмира, была в очень далеких странах, на островах. В общем, могу какой совет дать? Не берите у туроператора фотосессии, экскурсии, какие-то навязанные туры. Всегда приезжайте на место, знакомьтесь с аборигенами, они провезут вас по таким местам, которые ни один туроператор никогда вам не покажет. Вот была недавно в Рио-де-Жанейро, познакомилась на пляже Копакабана с местной девочкой. Мне очень хотелось всегда побывать в фавелах, но, конечно, каждый туроператор всегда говорит: никогда, ни ногой, ни за что не езжайте в эти фавелы. Но как же, это же самое интересное. Вот, и, в общем, мы с этой девочкой договорились поехать. Ну, в общем-то, может быть, совет был и не очень правильный, потому что было очень страшно. Мы ехали по этим районам, где реально стоят вот так мужички бразильские. Реально было очень страшно. Она говорит: только не останавливайся. И в какой-то момент она говорит водителю: гони! Что она там увидела, не знаю. Но на самом деле адреналина было полно. Ощущение радости было, что я это сделала.